Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Кропоткинская. The next station is Кропоткинская. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. This is Кропоткинская. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – библиотека имени Ленина. The next station is библиотека имени Ленина. Александровский сад, Арбатская и Боровицкая. This is Библиотека имени Ленина. Change here for lines 3, 4 and 9. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Охотный ряд. The next station is Охотный ряд. Для вашей безопасности держитесь за поручни.
станция Охотный ряд, переход на станции Театральная и площадь Революции. This is Охотный ряд. Change here for lines 2 and 3. О подозрительных причинах сообщайте машинисту. Если я там, получается, на... Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Лубянка. The next station is Лубянка. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Кузнецкий мост. This is Lubyanka. Change here for Kuznetsky Mosk Station, Line 7. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Чистые пруды. The next station is Чистые пруды. This is Чистые пруды. Change here for lines 6 and 10. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Красные ворота. The next station is Красные ворота. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Thank you.
Следующая станция – Комсомольская. The next station is Комсомольская. Проезд в метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Калачевская, второй диаметр, и вокзалом Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. This is Комсомольская. Change here for line 5.